Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. И сегодня я счастливлю немножко чью-то задницу. Если быть конкретным, то задницу нашего мелкого. Подойди сюда, именинник, подойди сюда. Уши я тебе тянуть не буду, не хочу их оторвать. Но зато, мелкий, я обещал тебе в предыдущей серии то, что я подготовлю тебе подарок. Я тебе его подготовил. На самом деле, пока что никто не знает, что же я подарю мелкому. Как ты думаешь, мелкий, что я тебе сегодня подарю? Ну примерно, еще как ты думаешь, что я тебе подарю? Ну да, что-то в этом роде, нифига не понимаю, что он говорит, но ладно, мелкий. Закрой пока глаза, закрой глаза и проходи за мной. Твой подарок тебя уже ожидает, только ноги вытирай по писякам, если не вытрешь. Вытер ноги, вытер! Все, вытер. Заходи, мелкий, давай. А проходи за мной. Сейчас, мне кажется, многие удивлятся, потому что многие меня давно просили это сделать. Я пришел к тому, то что... Пора. Мелкий, смотри. Ты понял? Понял. Не понял? Ну посмотри еще раз. Мелкий налево, Эдисон направо. Сейчас ты понял? Вот смотри, заходим направо. Здесь моя комната. Я себе, кстати, в этой серии поменял кровать. Ты видишь, что она сейчас намного удобнее стала. Не-не-не-не-не-не-не, мелкий, слез с моей кровати, пошел, я тебе... Твою кровать покажу. Да, пошли. А у меня появился третий этаж. Проходи. Этого не было же, мелкий. Ты удивлен? Заходи. Та-ра-та-да! Мелкий, я тебя официально могу поздравить с этого момента. Я принял решение. Ты живешь у меня. Это твоя комната. Твой третий этаж полностью в твоем распоряжении. Вот все, что здесь есть, третья комната, все твое. И да, я тебе сюда повесил постер Пикачу. Можешь Пикачу вот сюда поставить себе на стол. Вот так вот. Эдисон! Установи мелкого! Эдисон! Купи третий этаж своей халупе! Эдисон! Посели мелкого у себя дома. Эти комменты я читал практически под каждым своим роликом жизни ютубера. И сейчас я убил всех зайцев одним выстрелом. Чтоб ты просто понимал, мелкий, и чтобы вы понимали, я дал 2 стака золотых монет риэлтору, чтобы просто выкупить третий этаж. У меня сейчас 3-этажный дом в центре города. И также я дал еще немножко золотых монет, чтобы просто обустроить твою комнату. Давай пройдемся, я тебе покажу, что здесь есть. Вот это самое главное, что здесь есть, это я в плавках, чтобы ты просто, ну, не забывал, у кого ты дома живешь. Чтобы ты просто каждое утро просыпался и смотрел на меня в труселямбах. И завидовал моему прессу. Моему прессу и моим накачанным ногам. Ну, они когда-то такие были, пока я не обожрался, как свинюхой поправился на килограмм так 5. Но ничего, скоро лето, я свою форму верну. Наверное. Но мне кажется, за такой подарок не грех даже лайк поставить и, конечно же, подписаться на канал. Как ты думаешь, мелкий? Как ты думаешь? Я уже много раз повторял то, что у меня через месяц день рождения. А я до своего дня рождения хочу с вами набрать на нашем канале 4 миллиона подписчиков. Поэтому, если у тебя кнопка подписка горит красным цветом, тебе нужно сделать так, чтобы она загорелась серым. А если быть точнее, подписаться на канал... Мне кажется, нужно благодарить и меня, и мелкого, и всю нашу семью перца за то, что мы наконец-то мелкого поселили у нас дома. Я вообще не имею ни малейшего понятия, чей ты мелкий, кто твоя мама, кто твой батя. Но с этого момента ты будешь жить у меня. Это твоя кроватушка. А, можешь сюда залезать, можешь здесь спать, сколько тебе влезет. Но она просторная, она... Не смотри на меня, как на дебила. Это твоя кровать. Я надеюсь, что... Тебе не нравится? А мне как-то без разницы, ты будешь здесь спать. Какая? Все. Я пошутил. Здесь есть 2 Пикачу. Здесь есть я в труханах. Не забывай то, что я в труханах. Это самое главное, что... Мелкий. Просто я в труханах. Дальше. Что у нас здесь есть? У нас есть кабельное телевидение. И телевизор. Телевизор, конечно, не из самых дорогих. Не плазменный, но все же. Вот. Все, что ты здесь будешь смотреть, здесь только один телеканал. Ты целыми днями будешь смотреть Машу и Медведя. Тебе не нравится Маша и Медведь? А мне без разницы, я сказал то, что ты будешь смотреть Все. Ты смотри, какой хулиган. Дальше. А я тебе купил детское питание, будешь молоко сосать каждый день и соски.
чё тебе все не нравится, я не могу понять. Молоко сосешь, здоровым будешь. Народная мудрость. Я тебе хотел будильник подарить, но я потом подумал то, что будильник это слишком слабо, поэтому я тебе пожарную тревогу дома установил. Вот примерно так ты будешь просыпаться каждое утро в школу. И потом каждый день тащить с собой вот такую стопку книг. Это ты с собой будешь тащить в школу. А потом, когда ты будешь приходить домой, будешь читать вот эту вторую стопку книг. Ну понимаешь, одна стопка книг в школу, а вторая стопка книг дома, понимаешь? Вот научишься, будешь умный, да чё? Что тебе все? Мелкий, успокойся! Вот, будильник! Вот, да чё, опять тебе что-то не нравится, мелкий? Ну я ж пытаюсь из тебя нормального человека сделать, а не овоща, который вырастет просто неумным. Успокойся! Все, ты меня сейчас убьешь. Мелкий, успокойся. Смотри на меня, мелкий, смотри. Мы с тобой должны быть хорошими друзьями. Ты почему на меня ты пошел? Да я хотел построить то, что он сейчас мелкого сзади за задницу укусит, а он на меня пошел. Давай, мелкий, вали его. Это шутка-прибаутка, успокойся. Я просто решил тебя немножко потроллить. Пошли, я сейчас тебе покажу твою нормальную комнату. Так, я всегда сейчас буду забывать то, что у меня есть третий этаж, и буду всегда к себе идти. Иди сюда, мелкий. Я тебе сейчас покажу нормальную твою кровать. Вот так. Тебе нравится? Нравится? Вот это нравится? Ну, если что, я тебе на всякий случай вот эту тоже оставлю. Если тебе будет скучно, можешь в ней поспать. Да все, я пошутил! Мелкий! Да сейчас, шутки в сторону. И что ты сделал? Я сказал то, что она будет стоять вот здесь. Если тебе вдруг когда-то в жизни захочется после школы, после всех уроков и после всей заданной домашней работы выйти в окно, я тебе здесь балкон сделал. Если что... Ты знаешь, куда можно. Успокойся. А сейчас, мелкий... Вот, что нам с тобой нужно сделать. Мы с тобой забыли полностью про Косянчика. И в этой серии я отправлюсь туда, куда меня направил школьник, который позвонил мне по телефону. Если ты не видел ту серию, я тебе сейчас покажу. Я подниму? А? Алло? Привет. Привет. Ты не дай мне объяснять. Я видел объявление о розыске Кости и, кажется, знаю, где он. Я видел очень похожего человека в особняке за городом. Большой особняк. Заброшенный особняк за городом. Я помню то, что мы в начале сезона там нашли Михалыча. И Михалыча похитил менеджер. Многие мне в комментах писали то, что Эдисон, возможно, действительно Костя находится там, поэтому сейчас, мелкий, мы с тобой туда отправимся. Иди сюда, ноги вытирай, пописяка, ноги вытри, заходи. И обернись, пожалуйста, обернись. Обернись, потому что мне нужно зайти в одно секретное место. Обернись! Обернись! У меня ж на кухне есть некие вот такие местечко. Я заберу вот это, потому что я сейчас отправляюсь с мелким в место, где на самом деле... Ну, гостям не рады, поэтому... Ты подсматривал, собака? Я же видел то, что ты подсматривал. Ну, ты подсматривал. Ты видел, откуда я вылез? Я оттуда вылез? Откуда я вылез? А, я оттуда вылез. Ну, хорошо, значит, ты тогда не подсматривал. Пописяка ты такая. Смотри, что у меня есть. Ага, с глушителем. И с глушителем мне как раз-таки в этой серии пригодится. И также две гранаты. Ну, ладно, держи одну гранату, на всякий случай. Если что, ты знаешь, как ее пользоваться. Кстати, да, одна из твоих обязанностей, после того, как ты переехал в мой дом, кормить собаку, кормить перчика. Я его забываю кормить, последний раз я его кормил примерно 3-4 на... Опа! Опа! Перчик, ты смотри, кто тебя будет кормить? Гав-гав, собака, пошли! Мелкий молодец, а то я забываю его кормить, и потом на меня подписчики мои агрятся в комментах, то что Эдисон, ты последний раз собаку кормил в прошлой жизни. Ты же понимаешь, насколько серьезное наше задание в данный момент? Понимаешь? У тебя есть рогатка. И с помощью рогатки, ну, ты как бы знаешь, что делать, просто одному шишку набил, другому шишку... Да, молодец, молодец. Одному шишку набил, другому шишку набил, и, в принципе, мы, наверное, справимся со всеми, кто там будет. Все перезаряжено, калаш есть, пистолет есть, и снайперская винтовка тоже есть. Мелкий, продемонстрируй свою силу. Выстрели в курицу. Как ты будешь стрелять всем в лубешник? Ты с 30 сантиметров в курицу не попал! Опять не попал!
Еще раз не попал! Зато... Зато в меня попал, да? То есть в курицу ты не попадаешь, а в меня попадаешь. И как мне сейчас отсюда вылезти? Веревку спусти, я вылезу. Твоя главная задача — держаться прямо за мной. Не отступать ни на шаг. Бежишь и тихо, как мышка просто, как мышка. Чтобы никто тебя не видел, никто тебя не слышал. Мы с тобой отправляемся вот туда, в это здание. Пошли. Опа, 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 опа! Смотри, смотри, мелкий, смотри, смотри, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я уже 8 бандитов вижу. Ты где? 8 бандитов. Жопой асфальт не протирай. Встань, 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 встань. Если что, я тебе гранату дал. Ты знаешь... Обгадился, наверное, да? Я памперсы с собой забыл. Пошли, пошли. На самом деле мы можем их как-то обижать, хотя, может, все же гранату им засандалим туда. Как ты думаешь? Нет, не будем сандалить гранату. Может, все же засандалим? Одну, одну, одну. Хорошо. Смотри, я бросаю одну гранату, и ты бросаешь сразу же в ту же секунду. Ты готов? Иди сюда, иди сюда. Я буду тебя учить, как вообще выживать на этой планете. Смотри, вытягиваешь чеку. Я вытянул чеку, вытяни чеку. Она взорвется через 3 секунды! Раз, два... Опа, 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 опа! Давай, 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 давай! Вторую гранату бросай, 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 бросай! Ёпер-СТ! Опа! Собаки! Вы думали, то, что я костянчика-наркоманчика здесь не найду? Так, патроны кончились. Ну, вроде, с этим мы справились. Я уверен, что там еще... Да, там еще кто-то внутри есть. Внутри там еще ходят эти партизаны. Они ходят в этих своих шумоподавляющих наушниках и даже выстрелы не слышат, гранаты не слышат, ничего не слышат. Поэтому, мелкий, мы с тобой заберемся через какое-то окно. Давай на второй этаж, давай на второй этаж, быстренько за мной. Опа! Давай, ловлю, мелкий, давай, прыгай, 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 прыгай! Опа, молодец! Давай. А вот сейчас тихо, 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 тихо. Собирайся, 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 собирайся. Давай. Окно за собой закроем. Открывай дверь, открывай дверь. Дверь открой. Закрой дверь. Ну ты выйди и потом закрой дверь. Вот так. Со мной, мелкий, со мной. Подожди, подожди. Держи пустую обойму, выкинь ее куда-то, выброси. Если что, рогатку наготове держи, давай. Он меня не увидел. А вот этот увидел! Мелкий, давай! Да! Сейчас быстро все нужно здесь осмотреть. Ищи, ищи костянчика, где-то здесь может быть костянчик. Возможно, я не знаю, на втором этаже здесь ничего нет. Проход на крышу закрыт с прошлого раза. А что здесь так много динамита, мелкий? Здесь никого, там никого, там есть что-то на первом этаже. Опа. А, так это подвал. Мелкий, держи рогатку наготове. Если что, сразу же стреляй. Это ты пушку бросил! Пушку бросил! Если ты не заметил, нас здесь двое. Я и мелкий. Мелкий, что ему в правый глаз сразу стреляй, я в левый выстрелю. Пушку бросил мне в ноги. Быстро, на счет три. Раз. Три. Извини то, что тебе пришлось это увидеть, но как бы у меня другого выхода не было. Фух, ладно, здесь костянчика тоже нет. Или может вот это костянчик, как ты думаешь? Да? Ты думаешь, это костянчик? Вот этот трупак? Скелет, ну вот и я думаю, то, что лучше бы это не был костянчиком. Так, здесь ничего, здесь ничего. Да где Костя-то? Подожди, мне этот... Школьник же мне звонил, сказал то, что он видел Костю здесь. А здесь никого не было. Может, он ошибся? Мне кажется, это просто охрана менеджера, и мы сейчас всю его охрану перегасили. За 3 минуты. Ладно, пошли. Ты еще там жив? Мелкий, может, контроль ли ему с рогатки запиндюлить? Или все же не с рогатки, как ты думаешь? А давай, давай мы его спросим. Слышь ты, партизан Петрович, на кого ты работаешь? Тебе тут просили передать. Чего мне просили передать? Старый телефон? Кто мне просил передать старый телефон?
Мелкий, я ни хрена не понимаю. Что еще? Чё это? Мелкий! Чё-то пипкает! Детонатор! Мелкий, яйца в руки! Сваливай к чертям собачьим! Быстро, 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 быстро! Ёперес, это... Быстро, быстро, отходим от дома! Чё за дичь сейчас? Какой... Мелкий, это была ловушка. Это была ловушка. Ёперс, как нам повезло, то, что мы успели убежать. Они знали то, что мы сюда придем. Так подожди, этот школьник, который мне звонил, он меня, походу, сюда заманил. Здесь никого Кости не... Так. Алло? Просто закрой рот и слушай. Наверное, ты, твой мелкий пацаненок и все твои друзья начали уже переживать, да? Куда пропал ваш приятель Костя? Так вот, если ты хотя бы еще один раз хочешь увидеть его живым, а не закопанным в могилу, закрой рот, собака, и слушай меня внимательно. Ты понял? Нет? Так вот, у тебя в почтовом ящике есть небольшой такой подарок, презентик. Открой его, посмотри, что там такое, чтобы ты просто понял, насколько серьезно мы относимся к данной ситуации. После того, как ты откроешь эту коробочку, я тебе сразу же перезвоню. Давай, даю тебе 5 минут на то, чтобы ты взглянул на то, что тебя ожидает, и если ты не будешь с нами сотрудничать. 5 минут пошли. У нас 5 минут. Он сказал то, что у меня дома в почтовом ящике какая-то посылка есть. И он сказал то, что через 5 минут нам перезвонит. Повторно. Яйца в руки. Зубы жать. И побежали как можно скорее. Давай, мелкий, что там за посылка? Вдруг там тоже динамит? А вдруг он сейчас мне дом весь взорвет? Давай, 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 давай. Но это мы уже посмотрим в следующей серии. Если ты хочешь, чтобы следующая серия «Жизнь ютубера» вышла хоть прямо вот сейчас моментально, и мы узнали, что там находится в моей посылке. Да не надо сталкиваться! Ёперные театры, эти сраные заборы, которые током бьются. Ставь лайк, набираем сколько мелких лайков. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сколько лайков набираем? Ну да, пример, 24 698 лайков набираем, и сразу же выходит новая серия «Жизнь ютубера». И мы узнаем, что этот подонок спрятал у меня в почтовом ящике. А сейчас, мелкий, бежим и молимся, чтобы наш дом, твоя комната, моя комната до сих пор была цела. Если что, сразу звони в пожарку. Побежали! Ядрить меня в Пентагон. Опять проблемы наши задницы с тобой нашли.